где найти самые редкие автомобили в GTA San Andreas. В миссии «Отъезд Сан-Фьера» можно забрать транспорт в уникальном виниле, который нигде не купишь. Угоняем тачку правды, завозим ее к себе в гараж и взрываем. И вуаля, она теперь наша! Около радиотелескопа мы можем найти Сан-Кинг, а также тут есть тепловизор. В ЛВ около стадиона после прохождения игры на арене можно встретить грузовик Дюна прямиком с гонок на Дакаре. У него очень хорошая проходимость, а также рядом с Дюной есть пляжные багги. В округе Флинт можно найти уникальный монстр без винила. На пляже Сан-Фьера можно встретить бандита и кататься по пляжу. А в Лос-Сантосе на востоке можно найти вот такой вот мотоцикл НРГ, и рядом есть УЗИшка. В пустыне Валя Култада можно найти подушку Vortex, и рядышком есть дробовик. В самой первой миссии, перед тем как сесть на велик, можно прикарманить черный уникальный периниал с черной крышей. Толкаем сгоревший кузов к ближайшему дому с гаражом. Заталкиваем его внутрь, и вуаля, уникальная тачка в арсенале.